Здравствуйте. 20 декабря, 18 лунодень. В союзе с угарской земли с элементом огня. День для достойного руководителя ханов, наенов, благоприятеля, исправления ошибок прошлого, вдохновления на положительные поступки, посвящения, благоприятных для конкретных дел, также судебное разбирательство, установление нового руководителя, размышления, медитации, начитывать мантры, приближать друзей. Ребенок родится в этот день, будет характером, отношение отцу будет проявлять уважение и жестким нравом. Неблагоприятно для выезда, путешествий, а также операции в глубоколонии и кровопускании. Благоприятно для людей, родился год мыши и дракона. Неблагоприятно годам, змеи, сини, тигра. И логинском сокчу дуане с хуров, волнам ши, дичься утра, маню дуане с руаюру, жудуване, практика тантры, сандуин зажут. Будьте усердными.